Добрый вечер. Скажите-ка привет, стальной диво. Краткий анонс. И также результат практически готовый. Узнаете? Узнаете эту малышку? Да? Нет? Это наш Харли Бентон CST24. Или зеленый перец, как я ее сейчас называю. Решил я перекрасить ее. Снял нафиг все, что было здесь. Зашкурил, перешкурил. Намучился здорово. Сделал иллюзию такую вот топа отдельного и махагона внутри. Использовал для покраски банально морилки. А также очень интересную штуку. Сейчас покажу. Видите? Воск. Восковая паста. Черная. Черный воск. А также восковая паста зеленая. Зеленый хамелеон. В магазине для художников такие штуки продаются. В общем, после морилок, после черной и зеленой морилок и их комбинации, я покрыл это все этим воском. Зачем? Видите? Поры. Да? Раньше эти поры были коричневые, морилка туда не заходила, а теперь они светло-зеленые. Воск туда зашел прекрасно. А здесь поры заполнены черным воском. В общем, издалека смотрится, как по мне, довольно-таки приятно. Вот, кстати, видите, как выглядит Миранти? Дерево с мелкими порами. Нельзя сказать, что так уж ужасно. Хотя и супер прекрасным. Его тоже не назовешь. В общем, смотрите дальше, оставайтесь на связи. И посмотрим, как оно будет смотреться в сборе.